Упражнение четвертое. Лодочка. Лежа на животе. Лягте поудобней. Руки вытяните вперед со сложными ладонями. Глубоко вдохнув, прогнитесь таким образом, чтобы руки, грудь и ноги оторвались от пола. Опираясь только на живот, на задержке дыхания, оставайтесь в данном положении до ощущения усталости. Затем одновременно с выдохом в исходное положение. Полное благодатное расслабление. Еще раз. Вдох. Полное напряжение. Выдох. Расслабление.